Весенние каникулы в этом году продлятся до 27 марта. Соответственно, это у нас суббота. И так как следующий день у нас выпадает на воскресенье, дети вернутся уже за свои школьные парты в понедельник, 29 марта. Рекомендуемое расписание для школ у нас публикует Министерство просвещения. И согласно законодательству, общая продолжительность отдыха в течение учебного года для детей должна составлять 30 дней. И как раз эти дни были распределены так, чтобы продолжительность весенних каникул у нас получилась именно такой.